Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, сейчас 12 часов ночи, у меня идет прямая трансляция, и ребята уговорили меня на прямой трансляции купить контейнеры на TSL-7. Данного Defender у меня в коллекции нет, хотя остальные Defender в коллекции присутствуют, и хотелось бы заиметь себе все-таки недостающую тачку для коллекции. Я не знаю, честно говоря, чем это все дело закончится, а главное, не совсем понимаю, зачем они меня уговорили это сделать, но ради них и для того, чтобы вам показать, что из этого контейнера реально выпадает, а точнее из 10 этих контейнеров, сейчас приобрету и посмотрим, повезет мне или не повезет. Ребята на прямой трансляции убеждали меня, что все будет нормально и что мне не стоит переживать. Ну что, открываем, поехали, друзья. 15 тысяч голды списываем со своего счета. Спасибо большое спонсорам за то, что данную голду мне в свое время дарили и донатили для того, чтобы я мог покупать это золото. Покупаю его специально для того, чтобы видео снимать. Второй контейнер не приносит мне машины. Третий контейнер. Но давай, давай, родимая, 500 золотом. 500 золотом. Какая прелесть. Из 15 тысяч возвращается целых пол косаря. Это много, это много. На этом далеко заедешь. 6 контейнеров в остатке. Давай, гадина, давай, выдай мне его. Выдай мне его. Ну, будет очень обидно слить 15 тысяч голды в унитаз, но такова правда жизни. Возможно, возможно. 3 контейнера остается и... Но, блин. Ну, давай. Ну давай, выдай, выдай машину, бляха-муха. Все, последний контейнер. Последний контейнер и ничего. Просто ничего. Ребята на прямой трансляции, вы мне обещали, что все будет нормально и что я буду в нормальном психологическом состоянии после этого. Ну вот такая правда жизни. Ребят, не собираюсь ничего вырезать, не собираюсь показывать чего-то другого. Такое тоже может быть. И перед покупкой контейнеров за 15 тысяч голды подумайте, а не лучше ли просто зайти в магазин и купить интересующий вас танк. Я пошел снимать следующее видео специально для вас и буду благодарен, если вы поставите лайк за мою честность и оперативность, ну и обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Я попрощался, прямая трансляция продолжается, и ребята снова уговорили меня приобрести еще контейнеров. Не знаю, сколько раз они собираются это повторять, но у меня нервная система уже находится ниже уровня плинтуса, и если бы я не знал, что открытие контейнеров успокаивает нервы, я бы сейчас кому-нибудь морду набил. Ну что, открываем дополнительных 10 контейнеров еще за 15 тысяч. Ну, бред полнейший, серьезно, потому что даже если я сейчас получу эту тачку, она мне достанется за 30к золота, а за эти деньги можно купить десятку себе, еще и сдача останется. Не знаю, зачем я это делаю, просто потому что ребята сильно настойчивые, а я слишком мягкотелый, как я понимаю. Ну что, открываем. Нифигуль. Нифигуль. Тоже нифигуль. Осталось 5 контейнеров. Ну, наконец-то! Ну, наконец-то! TSL-7 Defender за 30 тысяч голды приземляется ко мне в ангар. Какая прелесть! Друзья на прямой трансляции, спасибо вам большое, что вы меня уговорили на это. Боже мой, как же я все-таки счастлив. Не, ну реально, 30 тысяч голды это очень дорого. Ну, прям совсем дорого. Открываем дальше. Может, сейчас получится что-то еще получить. Если еще раз выпадет, может, какая-то компенсация будет, или может будет сертификатик. Косарь! Косарь вернулся! То есть 29, ну и там еще, да, что-то падало у нас. Будем считать 28 тысяч голды. Ну, чертовски дорого. Реально, чертовски дорого, ребят. Просто немыслимая цена за восьмерку. Ну и вот такое тоже бывает. Показываю все таким, какое есть. Всем желаю исключительно мира, друзья мои, и спокойствия. Пошел дальше с ребятами катать на стримчике, куда всех и приглашаю. Всем пока-пока.